Добрый день, друзья и гости моего канала. С вами я, Лариса Маликова, на своем канале «Дивная птица». Сегодня решила вам показать уточек. Вот они, мои красавцы, гуляют. Значит, две с них перестали нестись вот с желтеньким глазком. Да, вот эти, вот две эти не несутся. Вот эти две. Да, они нет. Вот это несется. И вот красотка сидит, молодая. И это. Сейчас подвоится. Но смотрю, что эти тоже уже вон глазки. Отдыхают они. Они неслись. Они буквально неделю как не несутся. Но смотрю, селезень с ними работает. Значит, наверное, начнут по новой. Яйца я забираю. Сейчас лежат в инкубаторе заложенные. Был заказ, отдала 20 штук, 25. Есть заказ на утят, есть заказ на яйцо, но яйцо уже все, больше я яйцо не буду заказ брать, только утят, да, потому что у меня их 4 утки, поэтому я буду сама выводить, смотреть, что полностью оплот. Мальчик работает замечательно. Спасибо Лене Коптевой огромное. Вот. И вот еще молодой. Ему 5 месяцев. Он в стороне. Да. Он в стороне. Он тоже у нас, получается, ждет в своей очереди. Он совсем чужой. Поэтому я еще выведу для себя девочек. И он будет у нас с девочками. Вот. И как больше, да, больше оставлять одного селезня я не буду. Только двух, потому что бывает всякое. Поэтому будет у нас, вот, красавчики мои, капусту. С утра дала капусту. Вот мешанка стоит. Мешанка у меня с рыбой, с салакой. Все злаковые. Пшеница, ячмень, овес, семечко, кукуруза. Да, вот рыбу выбирает, ищет рыбу. Вот ты моя хаврошечка. И рыбку, салаку купила, добавила. Несутся же. Да, мои хаврошечки. Такие. Гуляем. Сегодня мороз был минус 7. И чектоник. С 1 по 5 число у нас каждый месяц чектоник. Он еще снег там вдали. Снег вдали еще. Лежит сугробик, как чистили к ним. И виноград у меня там укрытый. Вот. Мои утятки. Радует. О, тихо-тихо, пошли в сарайку, пошли в теплицу пошли. Да, нам не нравится, что ты здесь нас снимаешь. Да, вот, и он вдогонку, смотрите, видите, какие кораллы красивые. Красные. Красные кораллы, мальчик мой. Да. И потом, а там еще вон, через, в теплице сидят мои. Мои от моего селезня. Вот, потом я сделаю видео про них. Там я подращиваю себе еще тоже одного мальчика, чтобы был от моего селезня. У меня мальчик. Так что к осени составлю, чтобы у меня были, отдельно еще одна семья. Вот. Не родные. Чтобы можно было потом продолжать себе на племя оставлять, а не искать по всей России селезня, смену селезня. Вот такие новости по уткам на сегодняшний день. До новых встреч, до свидания всем. Всем здоровья в это непростое время. Вот.
не нарушайте самоизоляцию, держитесь подальше от скопления людей. Мы вот свою самоизоляцию проводим в деревне, у себя на даче, вот, всей семьей. Поэтому желаю всем здоровья, здоровья и здоровья. Все, до новых встреч, до свидания.